И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Данил, и сегодня мы посмотрим, и, наверное, даже пройдем, но начнем прохождение игрушки The Town of Light. Это такой, вроде как, хоррор, насколько я помню. Давненько я смотрел у кого-то демку. В общем, игрушка была очень интересна. По-моему, как обычно, психушка, все дела. Ну, в общем, давайте начинать. Здесь даже русский язык, если это замечать. Так, игра Town of Light основана на реальных фактах и событиях. Источником вдохновения служили многочисленные документы о психических расстройствах и о жизни пациентов в сумасшедших домах с начала 20 века вплоть до их закрытия. Некоторые события игры могут вызвать отторжение и беспокойство, поэтому мы настоятельно рекомендуем ограничить доступ до совершеннолетних и взрослых игроков. Все персонажи и их имена вымышлены, любые совпадения с реально существовавшими случайны. Что-то там... Почему-то не перевели, не знаю, игра использует, в общем, актерскую интерпретацию. В общем, итальянских психиатрических заведений, типа, для, типа, драматических целей. Так, стоит отметить, что с тех пор подход к лечению психических заболеваний радикально изменился. Если вы считаете, что у вас наблюдаются симптомы каких-либо психических отклонений, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Спасибо за совет. Ладно, пойдем дальше. Там что-то... проценты. Грузится. Вольтерра, 1942 год. What's happened? Что случилось? What kind of place is this? Где я? Maybe I'm dead. Может быть, я умерла? I can't see any light. Темно, я не вижу света. I might be dead. Наверное, я умерла. I can't get up. Не могу пошевелиться. What's going on here? Что происходит? What's happening to me? Что со мной? There's no one here. Здесь никого нет. Yet these noises. Но что это за звуки? God, my head Господи, is killing me. Как болит голова. I can't keep my eyes Не могу open. Открыть глаза. Реальность ускользает от меня. Чувство такое, будто на мне нет кожи. Легчайшее дуновение ветра причиняет мне боль. Весело. Что-то как-то она грузится очень... А, вот нормально. Очень странная загрузка, ну ладно. Блин, пожалуйста, подождите. Ну подождем. Только недолго. Игра. А, вот, нормально. Основана на реальных фактах и событиях. Еще какой-то частичный период, я не знаю. Так что, возможно, придется... Вольтерра, Италия, 2016 год. То есть, кто-то, видимо, в 42-м там лечился. А мы теперь будем, видимо, что-то расследовать или... Не знаю. Так... Тут, смотри, все закрыто. Начнем, видимо, сюда. Так. Тут turn on, turn off. О, фонарик. Радостно. Так, здесь ничего нету. У него фонарик, это хорошо, хорошо прям. О, бухлишка. Можно? Блин, нельзя. Ну так, для храбрости надо хряпнуть рюмашку. Так. Это что такое? Чё? Короче, награда Game Connection Development. За восхитительную историю и подачу сюжета. Это типа разработчикам дали такую интересную награду. Ну ладно. Окей. Еще одна награда. Немного вам наград, что вы наглеете.
Так. Ну, хер его знает. И может, что-то здесь есть? А я такой хожу, короче, такой и не вижу. Какие-то склянки странные, вообще непонятно. Сиги нельзя взять. Бухать нельзя вообще. Что за игра такая? Ладно, пойдем дальше. Просто не знаю куда, но пойдем. А ну вот можно сюда пройти. Open to close. Вот, спасибо. Можно качельки так. Покататься можно, да? Уии. Блин, в какой еще игре можно показаться на качелях? Я не помню. А чтоб не сломались. Все, спрыгивай, хорош. Кататься, что ли, пришли сюда? Я все понимаю, конечно, но... Как бы... Куда идти, что делать? Вот так, на, иди. Куда? Чего? Какой-то алтарь. Здесь разбито вообще все. Ну туда мы явно не пройдем, да? Ну да. Так бегать ты можешь? О, понятно. Так бегать ты не можешь. Это меня расстраивает. Что-то непонятно. Давай сюда попробуем уж. Просто зря в здание шел. Чтобы здесь просто пройти надо было. Ой, ну смотри, конечно. Ой. Так, музыка от игры. LK.it. Блин, надеюсь, меня слышно, потому что музыка орёт просто... Так, представляет. Town of Light. Город света. Можно как-то... Ходи тут, громкость одна, так уровень громкости, все, короче. Что хочешь, делай. А, потише уже стало. Спасибо. Так, ну это может шустрее как-то будешь двигаться. Нет, не хочешь шустрее двигаться, поэтому будем двигаться с ее скоростью. Птички летают. Тихо там. Дайте, что-то мне не нравится. Ой, тихо, эй-эй. Ладно, сделаем так. Без лимита сделаем. Так вот. Ну, как-то оно это... По-моему, когда его ограничиваешь, оно что-то притормаживает, хер пойми, не пойму. Неуютно. Это место. Time. Время. Memory. Память. Нажмите для синопсис меню. И что у нас есть? Так. А, ну это события. Это мы видели. Документы отсутствуют. Вон, еле видно переключается. Ладно. Видимо, нам сюда. Я открой. Жутенько. То есть, если вы слышите странный топот, то это не в игре. Так, ну и что тут у вас? Смотри, ничего хорошего, ножнички. Ножнички возьмешь? Да, блин, нацелься. Не хочу брать ножнички, ну ладно. Это нельзя открыть. Ладно. Так, здесь. Заколочено все. Хер пойми. Это что такое?
А, дверца. О, у меня сейчас фонарик что-то. Я забываю. Что это? Документо ди димозионе. Но хере тебе. Какая-то форма. Хер пойми, не важно. Будет что-то важное, думаю, нам бы перевели. Или сказали бы там взять себе. Куча книжек каких-то странных. Так, здесь. Опа, и что такое? Эй, ну. Провинция Рома. Морте ди Галина. А, почему по-итальянски все? Перевели как-нибудь бы. Это ж непонятно нихера. Нету, говорит. Энергии, главный выключатель. Выключен. Ну хорошо, хорошо, о, птичка. Ага. Здесь ничего. Понятно. Ничего. Здесь что есть? Тоже ничего, и тут ничего нету. Единственное, что помню ясно и четко, это моя кукла Шарлотт. Шарлотта, наверное. И чё тебе? Очень замечательный рисунок. Закрыто. This could be a cozy place. Это вполне удобно, если для Шарлотты. Я понял, как бы, ну, сначала найти ее, наверное, надо. Я так понимаю. Шарлотта, ты в туалете, Маша? Нет. Почему там мужской туалет? Чё бы Шарлотте делать в мужском туалете? Это что такое? Ничего. Ничего, 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 ничего. Странно как-то. Так, you are here. Понятно, первое. Не-не-не-не-не-не, вот так вот. Так, первый это reception, waiting room. Третий не написано. Четвертая лестница, пятая conference room. Ой, короче, ладно, я понял. Если потеряемся, то мы знаем. Да и что такое? А, чтобы фильм посмотреть, тоже нужна энергия. Что, в принципе, логично. А, понятно, здесь мы были. Здесь все плохо. Здесь все заперто. It is not forbidden. Let's find Charlotte. Чё? Это не запрещает. Чё? Короче, видимо, надо... Прежде чем куда-то идти, нужно найти куклу. На второй этаж, что нормально пойдёт? Нормально, смотри, идет. Упс. Соренчик. Непрофессионально. Так. Ну, пойдем сюда, что ли. Что-то игра какая-то такая вот. Не открывается. Напряжена как-то так. Аж на мозг давит прям. Не знаю почему. Может, только мне так. Так, что там? Как-то перевода мне не бывает. Короче, что там про пациента? Понятно. Ой! Воспоминашки. Явно не очень хорошие. Опять же, электричества нет. Let's search the wards on the first floor. There's a plan on the wall which shows where the various wards are located. Нихера себе, что-то столько сказала, а написали два слова. Короче, говорит, надо пойти в рентген-кабинет, который находится этажом выше. Ну так ты ж меня не пускаешь никуда. Рене does not want to abandon her. Какое нахер Рене, о чем ты говоришь? Или ты Рене? Точнее, я. Ну, короче, не знаю. Где, мать твою, Шарлотта?
Шарлотта, мать твою, ты где? Ну-ка, этажом выше, говорю. О! Шарлотта, это ты? Mummy took good care of Charlotte. Мама заботилась о Шарлотте, одевала ее, обнимала, целовала. She was very affectionate and loving. Ласкова и нежна. Nothing bad Шарлотте никогда не случилось Charlotte. Ничего плохого, и and это поражало и удивляло меня. I did not understand. At first, сначала меня это даже пугало. Afraid. Я думал, что она желает мне зла. Я все ждала, что она наконец бросит ее. Короче, мама тоже была. Потому что я недостойна была жить, не заслужила любви. Как у вас... Так. Понятно, синопси меню. Ну, ты сейчас сделаю. Там холодно, темно. Посмотри же, ей холодно, она заболеет. Мы можем взять ее, это не запрещено. Charlotte is a good girl. Можем взять это на себя, это не запрещено. New chapter. Chapter 2. Какая жуткая кукла, мать твоя. Так, она говорит, вот это хорошее место для нее. Вот положи он нахер, пусть лежит здесь вообще. Вот, все. This is a comfortable place for Charlotte. Это удобное место для Шарлотт, конечно. But it's cold. Здесь холодно. No, нет, здесь холодно. Don't shiver, Charlotte. Не дрожи, скоро ты согреешься, Шарлотт. Очень скоро. Мы тебя сожжем нахрен. И что, мне теперь катать тебя, что ли? Пресс. Куда мне тебя катить? А, смотри, вон, по-моему, выключатель какой-то. We need to find warm lights. Давай снесем Шарлотту в хирургическое Let's go отделение. Into the surgical ward. Там лампы хорошо греют. Окей. Че, погоди. В порядке, не? Нормально. Чпенька. Ёжики. Так, а что у нас тут? Транквилле. War to come woman. Чего? Беспокойная женщина. Так, а где пламба? А, ву. Так, ну-ка, приблизь ко мне. Где там, говоришь, операционная? Конференция, так, Department Observation, Refectory. Непонятно. He'll get angry. Он все насердится. Я уверен, что он будет очень зол. Кто? Кто будет зол? Какого хрена? Ну, фильмец посмотрим. Или в кадре, типа. Ага. Миленько. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Так, ну-ка, лифт работает. О! Смотри, работает. Шарлотта, мы едем наверх. Тинк-тинк-тинк-тинк-тинк-тинк. Разворачиваемся. Шарлотта, блин. Короче, девушка с крышей вообще не дружит. И мама, походу, у нее с крышей не дружила. Народ семейный у них. Че ты? А, открой дверь. Да. Как там? Вверх. А, че? Я понял. Дверь закрой. Открой дверь. Вот. Шарлотта, ты как? Нормально? Не дует? Хорошо. Эй, хватай. Ну? О!
О, вырулил. Так, а здесь операционная. Раз там. В смысле проезжать, да? Здесь операционная или нет? Что там? Семяги. Чего? Не работает. Ой, вот это вот начинается. Бери коляску. Хоть сказали, почему не работает, хоть. Значит, сюда пойдем. Как будто у нас выбора много прям. А вот планк, значит, позырим. Так, шарол-то стой тут. Никуда не уходи. Так, нам нужно... Operating Room 3. Ага, сейчас едем прямо, короче. И направо. Ты тут? Сиди нормально. Спокойно, не рыпается. Это было бы странно, если бы она рыпалась. The cold goes away, you вот see? Видишь, уже совсем не холодно. Свет, тепло. We can do it. Мы можем это сделать. Уже не холодно. It's not forbidden. Это не запрещается. Почему это повторяю? Now we can go to that ward, where теперь можем пойти started. Туда, где все начиналось. Press H to receive help. Давай. It all began in the observation ward on the ground floor. На нижнем этаже. Ну пойдем, пойдем в обсервацию твою. А пешочком туда закрой дверь, твою мать. Не закрой. Обсервационная. На нижнем этаже. Слышь? Тихо там. А где обсервационная? 8. 8 это у нас вот здесь, да? Идем вот сюда и... Ну ладно, еще идем туда. А почему? Я не могу поворачиваться. Окей. Беда печаль началась. Ну хотя не так страшно. Ну, сквознячок, ветер закрывает. Ой, дверь закрывает. Вы поняли, короче. Назад не могу пойти. Эй, давай назад пойдем. Нет, не хочет. Ну ладно. Это было странно. Окей. Чпеньк. Прикольно. Ходить по стенам можно. Идешь, думаешь, в тупик идешь, а нет. Кроватки, ну что такое? Все расширяется. Это от игры голова болеть начала. Можно вызывать психические расстройства. Да, однажды я выключила свет, но темнота так и не наступила. Это была необъятная безмерность, слепящий свет. Без сострадания. Мне было 16 лет, и я боялась. Я все время жила в страхе. Этот страх пожирал меня. Мне нужна была помощь, но я не могла сказать об этом. Все пугало меня. Даже собственные мысли. Эй, я не вижу.
Мне сказали, что это такое место, где страха не будет, где мне будет лучше. Там моя жизнь кончилась. Меня увлекли куда-то, сорвали с меня все. Я пытался объяснить, что со мной творилось. Меня привязывали к кровати. И оставили там на много дней. Наедине с кошмарами. Это уже был не страх, а сумасшествие. And when you're mad, а когда ты сходишь с ума, you cease to exist. Тебя больше нет. Миленько. Как ярко. Прекращайте. Привет. О-ла-ла. Чё-то лавы какие-то все не очень. Фига мне ключица. Женщину, дай попить. She was my only hope in this hell. Это она годится. Я падал, короче, в страхе. А это, короче, женщина улыбалась и говорит, заставляла меня жить. Ну, типа, из-за ее улыбки, типа, я продолжала жить. Давай-ка вставай. Чё разлеглась? Чаптер 3, ну все, короче, дальше, по-моему, русского языка не будет. Here, the doors can only be locked and unlocked from the outside. Короче, говорит, дверь снаружи закрыта. Говорит, в таких местах двери всегда, говорит, снаружи закрываются, открываются. Спасибо тебе, кто бы ты ни был. Что делать? А, что-то... А, вот там вот, фразы эти. Говорит, она, только она в этом аду. Я падала в страхе, а эта женщина, ее улыбка, короче, поддерживали во мне жизнь. Вот так вот. Понятно. Закрыто. Что делать-то? Чё-то темно, как-то тут темно слишком. Закрыто, закрыто. Шарлотта? Какого хера ты тут делаешь? Чё-то ни хера вообще непонятно. Но жутко. Здорово. Мать моя женщина. Вы как вообще здоровый, не? Чё-то нет, походу. Миленькая. Эй, куклу отдай, слышь, здоровяк. Смотри, манит. Эй, ты куда ушел? Смотри, в душевую заманивает. Вот же гад такой, а. Сейчас будет делать непотребное. Да? Тихо. He laughed, panted, leched over me. It hurt when he touched me. Что он не хотел, но Шарлотта была что-то здесь. I thought I'd split apart suddenly with a loud thud, shattered into pieces. I felt fragile,
Что-то я чувствовал разбитость, короче, болезнь. All I could do was clutch Charlotte tightly while he... Рене obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me. Короче, там какая-то Шарлотта, короче, тьму куда выпустила. И тот чувак подчинился, короче, и тьма, короче, в ней теперь была. Насколько я понял. Можно, кстати, еще. Может быть, почитать вот так вот. Типа, он не хотел, но Шарлотта была, типа, здесь, с ним. Что-то непонятно. Непонятно как. А, ладно, короче. Суть вы уловили. Я думаю. В общем, здесь ее того. Этого самого. Ну, вы все видели. Включи свет, включи. Понятно, здесь ничего нет. Прям вот эта игра, у меня голова прям болит. Ладно, чуть-чуть еще походим. Опаньки. Дверьки открываются. Понятно. Где, мать твою, Шарлотта? О, тернет Шарлотта. Надеюсь, все пооткрывалось, да? Здесь смотри-ка, что там. Как взять? А нет, никак. Там закрыто. Леонардо Ласси, Лоренцо Контиселли, Давиде Терени. Ладно, хватит. Тюха. Ой, ничего тут что-то нету. Понятно. Ну так, чисто проверим, конечно. Замочек, замочек. Мало ли. Ни хренашеньки. Это какой-то склад, что ли? Ну, здесь белье хранилось. Значит, игрушка не особо оптимизированная. Подлагивает немного. Так, здесь ничего у нас. She stayed with Renee during those terrible medical examinations. That's what gave her the strength to survive. Что надавало ей волю к выживанию? Ну как-то так. Ладно. Опа. А куда ранилась? А мы еще отвезли. They went to the gynecology ward on the first floor. В гинекологию, говорит, надо топать. Оделась гинекология. Quiet conference. Здесь нет гинекологии.
Обман кругом. Ладно, давайте на этом заканчивать. В общем, такая игрушка. В принципе, интересно, если бы русский язык бы до конца был, было бы вообще хорошо. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch канал. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем.